В детском доме может оказаться лучше, чем в некоторых семьях. Ну, это надо здраво понять. Но Игорь Рудольфович вот сидит, уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области, он это подтвердит 100%. Ну, лучше там окажется. Просто лучше. И вопрос заключается не в том. У нас опять передернули карты. Нам опять сказали, что нельзя отдавать в Америку. Извините, а что, Филиппины можно отдавать? А почему те же самые Филиппины в свое время запретили передачу своих детей в Европу и в другие какие-то страны? Запретили по простым причинам, потому что они поняли одну простую вещь. И в своей стране можно сформировать систему, при которой детям будет жить лучше. И именно в этом заключается задача.